Еще раз там улетели. Мои светооператоры что-нибудь подсвечиваете. Давайте, снимися. Это будет микрофон. В смысле, напугается себя зачем-то? Это вот с Владом говори. Владлен, как вы сюда попали вообще? Я Владислав. Владислав. Славян. Владлен. Славян. Славик, как вы оказались здесь? Я шел. О, нихуя, где телефон? Я шел. Шел. Давайте. Как вас зовут, Катя? Представьтесь, пожалуйста. Цвет. Это нормально. Ну давайте. Олег, скажите, пожалуйста, нам ваше имя. Как будто только что проснулся. Нет. Да, бред. Нет, блядь. Говносвет. Хера вся фоткает за то, а вот, ему есть что сказать. У меня аватарка кончилась. Разработчик игр для какой-то хуйни. Для ведроида. Он сделал для ведроида. Змейку. Человека, свина, медведа. Мэн Бербин. Скажите нам, как вы оказались здесь? 17 этаж. Пиво. Шел. Шел. Вышли, да? Все верно. Спускал, все сходится. Поросеночек. А мы здесь что делаем? Мой поросеночек. Ну, я это в машине. Уехал, опаньки, 17 этаж. Зачем вы именно здесь? Машину ищу. Скажите, где ваш фокус сейчас? На 17 этаже, говорят. Знаете, где ваша машина? Да, на 18. Вместе с каким-то велосипедом. Вместе с каким-то велосипедом. Нет. Зачем вы припарковались между 16 и 17? Ольга Назарова, всем спасибо, все свободны. Олечка, а вы-то что тут делаете? И мы здесь, мы снимаем телепередачу. Жизнь замечательная. А вы как здесь оказались? Мы шли? Мы шли за зверями, за поросеночком, человека, свином, медведом, зайцем, Вячеславом. Yeah. И Кэнди Бобером. Вот так вот мы здесь оказались. Ладно, интервью закончено, мы еще возьмем.